Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня мы напряжение мышц затылка исследуем. Но восточной медицины. Пожалуйста, будьте внимательны. Смотрите, как простираются наши с вами меридианы. И как можно с помощью акупунктурных точек и знаний помочь себе. И не только себе, а близким своим людям. Итак, меридиан мочевого пузыря как простирается. Мы видим шейно-затылочная область. Вот, задняя часть головы. И точка В16 душу является точкой дренажем заднесрединного меридиана, который простирается то же самое, рядышком проходит с меридианом мочевого пузыря и контролирует шейно-затылочную область, голову и не только. Данная точка В16 душу поможет нам что? Снять напряжение мышц затылка. Но человек прежде всего должен знать, откуда это напряжение исходит. Из-за травмы, из-за состояния яньской энергии, если избыток огромной янь энергии, она может вот здесь вот что сформироваться. А еще если при этом у человека сидячая работа за компьютером, вот он может постоянно одним, скажем так, постоянно фиксацией своего тела, либо шеи, шейно-затылочной области, порождать здесь напряжение. Потому раз в час, либо раз в полчаса всегда нужно, тех, кто работает за компьютером, либо сидящий образ жизни, всегда нужно разминать шейно-затылочную область, дабы разгонять ту энергию, которую вы же и порождаете своим неправильным образом жизни на работе. Сейчас многие скажут, ну работа это святое. Да, работа это святое, кормит человека, но смотрите, что потом те деньги, которые вы не заработали, не пошли вам на лечение из-за неправильного вашего что образа жизни на работе. Также это может быть гипертония, а также головные боли, которые могут начинаться в шейно-затылочной области, распространяться на всю голову, но при этом вы источника не знаете. Поэтому данная точка В16 душу вам в помощь. Данную точку следует расслаблять. Тем самым напряжение мышц затылка вы будете убирать. Но вы четко должны дать ответ. Почему? Потому что консультация, понимаете, это такой вот тонкий такой нюанс, который должен обладать каждый специалист по джен-дзю-терапии, который считает себя специалистом. И вот именно консультации можно у человека узнать, откуда происходят, либо произрастают эти напряжения. Вот когда вы проконсультируете человека, вот вы тогда четко дадите ответ, откуда исходит. Еще можно добавить к данной точке В16 душу точку ВБ21. Вот здесь она находится. Она очень хорошо снимает любые напряжения шейно-затылочной области. Спасибо за внимание.